Арбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, радиогармандар, республикалык штабтын пресс борборунда Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин орун басары, Бишкек шаарынын коменданты Оразалиев Алмаз Кыдырмаевич Бишкек шаарындагы абал боюнча маалымат берет. Биздин брифингди түзөөдөн ЛТР, КТРК, Алатоо 24, Пирамида, 5-чи канал, облустук телеканалдардан жана медиа борборлордон, Кабар улуттук маалымат агенттигинен, ЛФМ, 1-чи радио, Кыргыз радиосу, Минкаял ФМ радиолорунан, ЛТРнин YouTube каналынан жана Facebook'тан Кыргыз өкмөтү, социальный правительство, 1-чи радионун баракчаларынан угуп көрө аласыздар. Биз бүгүндөн баштап ушу сурда тилмечтин жардам менен дагы обого чыга баштайбыз. Биздин ушул башка жарандар дагы көрүп угалганга мүмкүнчүлүк болсун деген мааниде. Уважаемые телезрители, радиослушатели, мы начинаем пресс-конференцию заместителя министра внутренних дел, коменданта города Бишкек Оразалиева Алмаза Кыдырмаевича. Прямой эфир вы можете посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Алатоо 24, Пирамида, 5-й канал, областные телекомпании и медиа-центры, на радиостанциях ЛФМ, Биринч радио, Кыргыз радиосу, Минкаял ФМ, по национальному информационному агентству Хабар, на YouTube-канале ГТРК ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство и Биринч радио. С сегодняшнего дня мы запускаем наш брифинг, и наша пресс-конференция впредь будут с участием сурдоперевода. Алмаз Кыдырмаевич, сөз сизде. Саламатсыңарбы, урматтуу шаардыктар. Бишкек шаары боюнча коомдук коопсуздук кырдаал туруктуу жана көзөмөлгө алынды. Туруксуздукту болтурбоо максатында Бишкек шаарынын ИИБнын өзү курамы тарабынан коомдук коопсуздукту жана жарандардын коопсуздугун камсыздоого багытталган иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Ички санитардык посттор бүгүнкү күнү 79 түзөт. Сырткы санитардык посттор 64. Коменданттык саат бузгандыгы үчүн 61 адам кармалган, анын ичинде 52 эркек, 9 аял. Бардыгы жарандарга жалпысынан 61 протокол толтурулуп, сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, үйлөргө жиберилген. Урматтуу жарандар, бүгүнкү Бишкек шаарынын аймагында болуп жаткан өзгөчө кырдаалды түшүнүү менен кабыл алып, сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү күндө тартылган бардыгы органдар, кызматтар ар бири өз милдеттерин так аткарып, көрүлүп жаткан иш чаралар алып барып атат. Сиздердин саламаттыгыңыздар сактоого жана коронавирус илдетин жайылып кетпөсүнө багыттылууда. Сабырдын түбү сары алтын дегендей, кыргыз элим бул илдетти сабырдуулук, кайраттуулук менен баарыбыз биргеликте жеңебиз. Добрый день, дорогие жители столицы. Мы уже 2 недели в строгом порядке находимся на чрезвычайном положении. За эти 2 недели я заметил многие изменения. Как и мы, правоохранительные органы, служащие других направлений, работают, не покладая рук, по борьбе с инфекцией. И даже есть граждане, которые шьют маски, пекут хлеб, бесплатно раздают тем, кто трудится во благо нашего города, кто осуществляет дезинфекцию на улицах, занимается доставкой продуктов в город. Я хочу им выразить огромную благодарность и сказать спасибо за ваш вклад в борьбе против опасного вируса. По нашим данным, что самое главное радует меня, это то, что жители города начали относиться к ситуации совсем иначе. То есть все чаще замечается, как граждане соблюдают правила чрезвычайного положения. В этой борьбе самый главный игрок, конечно, каждый из нас. Каждый из нас, еще раз хочу повторить, и если мы будем выполнять правила, это самоизоляция, дистанция, медицинские маски, особенно самоизоляция. Если кто-то вырывается на выход без особых причин, это брешь уже в наших рядах, в нашей защите. И сюда проникают сразу миллиарды микробов и вируса. И это, безусловно, риск новых заболеваний, новых летальных исходов. Прошу вас помочь нам, наберитесь терпения, не воспринимайте все негативно. Я, как комендант, хочу в первую очередь обеспечить вас безопасностью и необходимыми нуждами. И помните, что я всегда рядом с вами. Дорогие жители, по всем интересующим вопросам и проблемам вы можете обратиться по горячей линии 1312. Также сообщить по WhatsApp-каналу по номеру 0220-00-1312. Еще раз хочу повторить о злоупотреблениях со стороны сотрудников правоохранительных органов, вы можете на вышеуказанные номера нам давать информацию. По каждому случаю мы будем разбираться и принимать самые строгие меры. Спасибо. Чоң рахмат, Алмаз Кыдырмаевич.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, Республикалык штабтын пресс-борборунда Бишкек шаарындагы абал боюнча маалымат берүү үчүн Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин орун басары, Бишкек шаарынын коменданты Орозалиев Алмаз Кыдырмаевич болду. Бүгүнкү биздин басма сөз, биздин брифингди Түз Ободон ЛТР, КТРК, Лато 24, Пирамида, 5-чи канал, облустук телеканалдардан жана медиа борборлордон, Кабар улуттук маалымат агенттигинен, ЛФМ, 1-чи радио, Кыргыз радиосу, Минкай ЛФМ радиолорунан, ЛТРнин YouTube каналынан жана Facebook'тан Кыргыз өкмөтү, социально правительство, 1-чи радион баракчаларынан угуп көрө алдыңыздар. Дагы бир жолу эскертип коеюн, бүгүндөн баштап биздин сурдо тилмеч кызматыбызда ушул биздин башка жарандарга да мүмкүнчүлүк берүү үчүн биз сурдо тилмечтин жардамын алудабыз. Уважаемые телезрители, радиослушатели, мы у нас сегодня в гостях в пресс-центре был заместитель министра внутренних дел, комендант города Бишкек Орозалиев Алмаз Кыдырмаевич. Он ответил на все вопросы, которые у нас были вчера и сегодня, и рассказал информацию о городе Бишкек на сегодняшний день. Вы могли услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Алатау 24, Пирамида, 5-й канал, областной телекомпании и медиа-центры, также на радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радио, Минкайл ФМ, по национальному информационному агентству Хабар, на YouTube-канале ГТРК ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз Өкмөтү, социальное правительство и Биринчи радио. Спасибо вам. Спасибо.